пиши, клемайся. О, пошла. Молодец. Живи. Ну вот, пришли на место. Такой вот спуск, крутоватый, конечно. Вот на камешках можно фидерок покидать у березки. Можно будет вон туда чуть пройти, попробовать. А вон там второй фидерок. Чуть кустики пообломаем. И на лодочке тут глубина хорошая. Вон рыбаки на лодках плавают. Так вот вкратце все. Ну вот, после нескольких часов мучения в рыв, заплыв на лодке отцеплять, поймали такую фанерку. Первая рыбина сегодня. Мала, будем отпускать. Не спеши, клемайся. О, пошла. Молодец. Живи. А вот так рыбачат ветераны. Да. Все, сидим и с бугра смотрим. На бугорке с чайком. Ветеран рыболовного фронта поймал фанеру. Это уже зачетно. Сейчас садок распустим. Возьмем. Сопли эти отпугивают на поводке. Вот опять такая фанерочка. Уже не сильно мелкая. Терпимая, так скажем. Садочек. Иди отдыхай пока. Садочек пригодился. Четырехметровый садок. Я думал, он это длинноват будет в самый раз. Нет, потому что в самый раз. Просто смотри, ты с берега сидишь высоко. О, там садится сейчас прекрасно. И чтоб до садка не бегать, правильно? Повыше его вывел. Да, да. И все, и рыба цела в воде. Хорошо. Ветераны фидера. Ветераны фидера ловят леща. Я попробую спиннинг. Ну, вот такой судачишка. На спин. Вазуза. Приманка это. Мелкий надо отпустить. Капы Бейтс. Батя говорит, мелкий надо отпустить. Я думаю, отпущу. Конечно, он не зачетный. Сейчас мы его отцепим и отпустим. Эту фоточку сделаем. Сейчас мы его отцепим аккуратненько и будем отпускать. Зацепился-то как хитро. Овсетник туда, а потом обратно. Засранец. Отпускай, отпускай. Не надо на тебе. Жить пойдешь, чудак. Опа. Тепленький такой. Плыви, плыви, малыш. Надо жить. Плыви, хороший. Как тебя заставить-то? Вода такая теплая. У тебя шок, наверное, с 19 метров. Ты поднимал потихонечку. Давай, давай. Ты должен жить. О, молодец, красава.
12 августа, воскресенье, утро на реке Вазуза. Туман, спиннинг, церковь, кладбище, простор. Моторщики ездят. Туда идет продолжение речки. Там залив. Сейчас буду пробивать это местечко джигом. 18 грамм. Обрыв резкий. Глубина до 20 метров. Дальше не лезу, смысла нет. Пробиваю бровочку. Будем пробовать. Вчера судачок попался. Посмотрим, что будет сегодня. Красава. А попадает на дно это. Бывает, червяка сделали. Ну, он часто дрыгает, пока падает кормушка. Ладно, я тоже хочу чуть. Еще падает. Тупо кидаю. А? Тоже хочу чуть половить. Иди, лови, я пойду чайки. Провисло, пап. А кидаешь куда? А вот туда. Вот так вот, туда вот, как чайки те. Чуть поправее. Вот чайки. Правее чаек? Да, чуть-чуть, большой куча. Пригодился. Один раз это... Так, подтягиваю. Как дать? Да. Ясно. И провисло все. Подсек. А, успел, да? А поклевывает часто? Да. О. Уже, да? Уже. Зараза. Ну ладно. Выставляй. О. Ну да, вижу. А, берет, берет, давай. Давай, давай. Крючок голый. Разогнулся. Ты что? Молодец.